этом году Regal представляет новую линейку сканеров, воздушных сканеров мобильных, террестриальных сканеров на Intergeo. Этот сканер является воздушным в эксплуатации для вертолетов, для самолетов. Это 1 МГц. Эта система может быть использована для сканирования линий электропередач, для сканирования городов и является одним из самых новых и самых продуктивных систем на рынке. Мы также представляем здесь мобильную систему. Вот этот мобильный сканер 1 МГц может быть установлен на мобильную систему. Сканер, который установлен на этой системе, это VAX-1HA. Его можно эксплуатировать на 1.1 МГц. Здесь внутри находится инерциональная система, и также мы можем использовать разного вида камеры. Сзади меня находится похожая система, но с двумя лазерными головками. Вот эта система можно использовать на 2 МГц, то есть количество точек на квадратный метр будет намного выше. Это тоже является одна из самых новых систем на рынке сегодня. Здесь теперь сзади находится система для воздушной съемки. Она может так для съемки линии электропередач, но на довольно-таки быстрой платформе, то есть ее можно летать со скоростью 150 узлов на высоте, скажем, 350 метров. Мы получаем где-то 65 точек на квадратный метр, то есть разрешение у этой системы довольно-таки высокое. Внутри находится инерциональная система, две камеры, каждая из них 100 мегапикселей. Этот сканер тоже является очень мощным и может быть использован для съемки с большой высоты, для сканирования гор, лесов и прочих объектов.